Александра, только что вернулись из сборной, практически не имели восстановления в паузе. Как себя сейчас чувствуете? Превосходно. Много есть, конечно, сонливость, но ничего, переболю как-нибудь и восстановлюсь быстро. Сборная России хорошо выступила на шведских хоккейных играх. По вашему мнению, в чем был секрет успеха команды? Да, коллектив хороший собрали. Ребята все классные, как игроки, как просто... Ну, пацаны, ребята хорошие, поэтому я считаю, за счет этого и вытащили все. Насколько сложно было вам переключаться на стиль сборной после клуба? Ну и обратно, соответственно. Да, особо так не было никаких осложнений. Да, было там пару каких-то тактик, которые немного так ввели меня немного в диссонанс, но потом что-то как-то привык уже и уже нормально было потом. Положительное настроение после удачного выступления добавит психологическую уверенность. Ну, конечно, да. Как вернулись в команду? Как настроение в команде? Ну, в команде вообще прекрасное настроение. Энергия сегодня была хорошая на тренировке. Считаю, что вообще классно все. И настроен на плей-офф. Перед перерывом Салават набрал такой приличный ход. Не скажете ли пауза на отрицательной на игре? Да я не думаю. Здесь все профессионалы. Поэтому я считаю, что будет все хорошо. Послезавтра уже игра с Акбарсом, принципиальное зеленое дерби. Прочувствовали особенный нерв принципиального хоккейного противостояния? Ну да, я считаю, что будет классная четвертая игра. Поэтому я считаю, что будет классный заряд энергии. И болельщики, я думаю, нас поддержат. Поэтому будет очередная классная игра. Ну, в медиа попало, как вы обменялись любезностями с Никитой Даником. Стоит ли ждать нам новых серий противостояний между вами? Да, посмотрим. Хоккей, игра такая, никогда не знаешь, что будет. И эмоции, если будут, то будут. Немножко рано про это говорить, но, тем не менее, мысли о плей-офф какие, если есть? Боевые, только позитивные, все время вперед.